1500 участников, среди которых предприниматели, представители власти и надзорных органов. В Ульяновской области прошел 10-й по счету бизнес-форум «Деловой климат в России». Программа масштабного события в этом году рассчитана на 2 дня и разбита на 8 тематических блоков. Это и экспорт, государственные программы, и финансы для бизнеса, где стимулируют продажи, госзакупки, где традиционно принимают участие ведущие торговые сети страны, блок, связанный с контрактными биржами, где, цитируем губернатора Сергея Морозова, женят малый и средний бизнес с крупнейшими промышленными предприятиями. И блок, связанный с байерским туром, который был организован корпорацией для того, чтобы наши предприятия могли коммуницировать с ведущими импортерами российской продукции. У нас было несколько стран, это Узбекистан, Кыргызстан, Бахрейн, Турецкая республика, Молдова, Румыния и ряд других коллег. И я знаю, что уже есть достигнутые договоренности по реализации продуктов питания. В Ленинском мемориале работала выставочная зона. На площадках каждый предприниматель региона презентовал свою продукцию или спектр услуг. С новыми лицами познакомился, а уже знакомых поприветствовал губернатор Сергей Морозов. Дальше глава региона прошел к стенду, где заключил ряд соглашений о сотрудничестве. Деловые связи с ассоциацией компаний розничной торговли, к примеру, поспособствуют продвижению продуктов местных производителей через национальные торговые сети. Ульяновская область является одним из лидеров в части реализации мер на уровне региона по поддержке предпринимателей. А нам, как ассоциация, которая объединяет крупнейшие сетевые торговые компании, очень важно чувствовать комфортную среду, в которой наши контрагенты, поставщики, производители сельскохозяйственной, в первую очередь, продукции работают. Согласно второму подписанному документу, между Ульяновской областью и Банком Открытия финансовая корпорация станет базовым банком по развитию программ для малого и среднего бизнеса в регионе. Речь идет о кредитовании субъектов и программе, связанной с развитием цифровой платформы. Современные модели малого бизнеса в первую очередь развиваются дистанционно. И мы сегодня на сессии говорили о том, что это не только дань моды, но это возможность для предпринимателей Ульяновской и Ульяновской области представлять свои продукты и услуги не только в регионе, не только в соседних регионах, не только в целом в России, но и в других странах мира. Пленарное заседание стало ключевым событием форума. Участникам пленарки предстояло ответить на главные вопросы. Как привлечь в бизнес новые лица и вновь возродить сословие предпринимателей. Нам нужно существенно увеличить предпринимательское сословие и довести его до не менее 200 тысяч человек. Если говорить о вовлечении новых людей в предпринимательскую деятельность, то первое, на чем, на мой взгляд, следует подумать, это, конечно, то, о чем уже неоднократно звучало. Это популяризация профессии бизнесмена. Сергей Морозов добавляет, что перед предпринимателями, выражаясь метафорично, должны снимать шляпы. А поможет в этом своеобразное агентство позитивных новостей, где образ бизнесмена станет равен герою нашего времени. Рената Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.